Всем привет! И сегодня я вам покажу, как же проходит мой день с коробочкой X-Lifebox, а мы полетели на единороге. Посмотрите, какие крутые наклейки! Ведь совсем не обязательно выкидывать пакетик, ты можешь аккуратно отклеить их и пользоваться ими дальше. Все видели, как я встаю, поэтому я сразу иду умываться. Начинаю я с того, что расчесываю волосы расческой Lady Pink. Как вы видите, она розовая, поэтому подходит под мой стиль. И, кстати, расческа, лак и спрей для тела можно найти эксклюзивно в магазине Подружка. Про эти два продукта я расскажу чуть позже. Как вы заметили, я взяла резиночку от Eat My Bubbles. У них огромный выбор разных цветов, и в отличие от других резинок, они не заламывают волосы, но при этом хорошо их держат. Ну а в одном комплекте несколько резиночек. Тут как раз самое время почистить зубки. Я беру свою пасту с углем и начинаю умываться. Да, эта паста выглядит забавно, ну и странно, конечно. Следующим я беру самонагревающуюся маску из серии Organic Kitchen. Это очень популярная серия в магазинах Organic Shop. Наношу я ее маленькой кисточкой, избегая зона под глазами. Где-то через пару минут ты понимаешь, что твое лицо реально нагревается, у тебя начинается какая-то маленькая паника. Ну а пока маска будет действовать на моем лице, я займусь руками. Все вы знаете, что у меня очень шелушится кожа на руках, поэтому я беру сахарный скраб от SB26 и наношу его на проблемную зону. Он снимает отеки, выводит токсины, и в результате кожа становится гладкой и увлажненной. А еще он прикольный. Я все смываю и наношу крем детокс SB26. За счет содержания специального детокс комплекса он запускает процесс регенерации. Ну короче, заживляю все. И да, скраб и крем идеально дополняют друг друга, поэтому не разделяйте их. А теперь мы смываем маску. Вот и тот самый ванильный спрей, про который я говорила в самом начале. Ну все, идем краситься. Я буду делать легкий макияж, поэтому использую помаду и румяна 2 в 1 от Soda. Очень легкое нанесение и очень приятно по своей текстуре. Наношу немного румян и растушевываю их пальчиком. Чтобы увлажнить губы, я использую бальзам от Beauty Bar и скажу вам, что бальзам на основе натуральных восков, поэтому очень круто увлажняет. Будет очень классный в качестве подарок. Далее я беру карандаш для бровей от Divash, и он просто офигенный и удобный в использовании. Ты наносишь небольшое количество на брови и потом растушевываешь специальным спонжиком на конце. Так и получается эффект натуральных бровей. В качестве подводки я буду использовать розовый карандаш от Beauty Bomb. Может, розовые стрелки моя новая фишка? Чтобы наши реснички были самые лучшие, мы берем тушь от Beauty Bomb и наносим, делая подкручивающие движения, также приподнимая ресницы у корней. Именно так они будут выглядеть распахнутыми. Ну, сами посмотрите. А завершаем мы наш макияж блеском для губ от Gosh. Помимо такой необычной и удобной упаковки, у блеска не липкая текстура. Он аккуратно смотрится на губах и при этом имеет ухаживающие компоненты. Ну и для того, чтобы я была до конца красива, я надеваю такой вот миленький чокер с совой. И купить его можно в магазинах аксессуаров Lady Collection. Я собралась, поэтому пойдемте писать планы на неделю. Вы просто посмотрите, какой планер из магазина необычной канцелярии Умкина Берлога. Он безумно яркий и классный, потому что его дизайн мы придумывали сами. Поэтому надеюсь, он вам понравится. Так получается, что сегодня я целый день монтирую, поэтому я беру свой любименький ноутбук и сажусь поудобнее. Ну и почему бы не выпить что-нибудь согревающее из такого красивого термоса? Он, кстати, из магазина Zaka и сделан по собственному дизайну магазина. Если честно, то я обожаю такую уютную атмосферу. Надеюсь, я не одна такая. Итак, я продолжаю работать, и тут произошло то, чего я совсем не ожидала. О, Ральф, привет, ты что тут делаешь? Ванилопа, ты-то что тут делаешь? Ребят, я еще ролик не закончил, идите, пожалуйста. Какие настырные, все в кино зовут. В конце дня я решаю заняться собой, поэтому рассказываю вам про маску Вилента. Она очень удобная, идеально подходит под размер и, главное, не висит. У нее очень много жидкости, а это значит, что после всего можно нанести саму жидкость, и она продолжит увлажнять твою кожу. Ну а про то, что она офигенно пахнет, я вообще молчу. Пока маска будет действовать, я хочу покрасить пару пальчиков офигенным лаком Pink Up из коллекции Galaxy. И да, это тот самый третий продукт, который доступен эксклюзивно в Подружке. Если честно, то я немного разучилась красить ногти, но это не важно, главное, что лак красивый. Перед сном я скорее бегу надевать носочки, они, кстати, от Super Socks. Безумно модные, а главное, что розовые. Ну вот и подошел мой день к концу, а это значит, что и видео, поэтому спасибо большое, что были со мной, мне очень приятно. Это, конечно, был не самый насыщенный день, но все же. Всем спокойной ночи и всем пока-пока.